17 человек погибли в результате пожара в селе Леточки Киевской области, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Огонь возник в ночь на воскресенье на территории частного домовладения, в котором был организован нелегальный дом престарелых. Большинство погибших – его пожилые постояльцы. На брифинге в Киеве глава Государственной службы Украины Николай Чечеткин подтвердил, что в сгоревшем двухэтажном здании дом престарелых был организован незаконно. Всего на момент пожара в нем находились 35 человек. 18 удалось спасти, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших также сотрудник заведения. По предварительной версии, пожар мог возникнуть в результате взрыва телевизора. Собственник здания задержан.